Ну что ты вздыхаешь? Ну привез. Ну привез. Вон елочку привез, зимний сад. Грунт привез. Самое главное, это моя мечта. Это камелии. Вот. Я давно мечтал. Они у меня никогда не приживались. Вот это еще новое растение. Вот камелия беленькая, видите, вот она. И розовая. Ну и шарики там. Всякие прибамбасы. Корневин. А это вот такая елочка. Буду вытаскивать. А это кашпо. Ну и здесь, конечно, есть яички купил. Колбаска. Вот жопка какая, видите? А? Нет, это жопка колбаски. Ну, я вам поделюсь, дам, конечно. Не думайте. Вот у меня тут все колбаски, колбаски, йогурты. Будет вам жопки. Только отрежу, а вам обязательно выделю. Не верите? Выделю. А сегодня я пересаживал алоэ. Разрослись. Начал зацветать у меня алоэ. И там у него было 5 деток. Троих я уже отвез в магазин, нашим девчатам отдал. А двое деток остались. А это я, Александр Док. Так, а ты куда? А, вон что. Вот это я опрометчиво забыл дверь закрыть. А то этот пакетик чем-то напоминает 25 блинов. Это да, уже. Она быстро с ними расправилась. Вот так вот. Повыше положишь, целей будут. Ну что, сейчас я принесу вам вкусняшек. Что, тоже хотите? Они мне не доверяют. А куда ты? И куда ты побежал? Там нету вкусняшек. Вкусняшки вы знаете где. У нас одно место. От Ольги, от Йозефа пошли. Как бабочки на солнце, видите, светятся стеклянные. Но я хочу хвалиться. Какое ажурное вот изделие. Посмотрите, это все стекло. Как вот они могут так вот их отливать? Усики. Видите? Все это, правда, упаковка достойная была. А я покажу. Фонтанчик работает. Вот я сегодня смотрю, а она начинает зацветать. Ну, она алоэ, вон. Видите, он какой выпустил. А тут было 5 деток. Я их отсадил, вон, подвязал в 3 местах. Потому что корешки слабенькие. Вот сегодня пересадил дерево. Сегодня у меня день пересадок. Да, и декабриста пересадил. А он меня взял и зацвел после пересадки, а? Красавчик какой, гляньте. Я теперь знаю, что это декабрист. Спасибо тебе. Благодарность за то, что я его пересадил. Я теперь все с автополивом. Вот денежное дерево. Хороший поддон, рекомендую. Но многие уже купили, глядя на меня. Я сегодня вот алоэ, когда пересаживал, он мне так выручил этот поддон. Ну, как говорится, соловья баснями не кормят.
кормят его чем? Вкусняшками. Какие мы будем? Каких больше одинаковых? Это долгоиграющие. Это плоские. Я давал вам недавно. Их три одинаковых. Все, пошли. Пойдем, Марсюшка. На улицу буду раздавать. Марсела, да еще не раздаю. Нет, а что ты на него? Он просто поглядел и все. Что, подглядеть нельзя? Она уже заранее его. Говорит, ты смотри, много не бери. Это все мне. Видели, как она на него? Заходите. А я сейчас вот так. Мусорочки стоят. Пошли. Я вас сейчас накормлю вкусняшками и буду носить всякие штучки. Все? Пока вы идите, пойду елочку буду вытаскивать. Ну что, земляне, весна началась, делаю ревизию и кое-что меняю. Вот там шарики, они, мы их пересаживали. Сейчас пойду покажу. Ну, пересаживали, правда, в наглую, летом, в жару. Цинично так. Ну, просто времени не было другого. И несколько засохли. Вот я взамен приобрел больших, чтобы они догнали. Вот они, видите? Раз, два, три, четыре, пять. Пять шариков. Этот явно уже придется удалять. Эти все вот живые. А вот этот под подозрением. Посмотрим. Этот, наверное, все без подозрений. Хотя вон там что-то зелененькое есть. Ну вот зелененькое еще есть. Но вот это уже все. Вот один и второй пересадим. Ну и пользуясь случаем, я еще покажу. Алла, это невеста. Она еще пока не зацветает. Магнолия у нас уже начинает вон. Вот, смотрите. Вот она. Скоро распустится. Бабочки. Видите? Вот. Красота какая. Так понятно, что красота. Зачем я опять говорю? Все красота. Весь мир красота.